Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Тукамп, и хотим вашему вниманию предоставить вот такие вот столики для эхолотос, и также в них можно установить спиннинги во время рыбалки на лодке ПВХ. Что из себя они, в чем разница у этих столиков? Да ни в чем, просто крепление, либо барашек, либо пластиковый. Сейчас посмотрим эти столики поподробнее. Вот. Столик. Сам по себе столик. Размер у него получается 34 сантиметра на 20 сантиметров. Трубка пластиковая. Диаметр внутренний 36 миллиметров, внешний 40 миллиметров. Сверху у нас площадка. Для чего она нужна? Многие пользуются эхолотами, чтобы постоянно не откручивать, не прикручивать. Есть такая вот площадка установочная, на которой просто прикручиваем основание эхолота, и уже можно при помощи этих барашков открутить, снять, убрать, чтобы не заниматься длительной процедурой. Что еще в этом столике есть такого интересного и полезного? Это полочка для аккумулятора для эхолота, которая выполнена с дополнительной перекладиной, чтобы аккумулятор не выскакивал. Ширина самой полочки у нас получается 6,5 сантиметра. Столик выполнен из влагостойкой фанеры. Здесь у нас финская фанера. Верхняя часть у нас 9 миллиметров. Нижняя также 9, а боковые стойки у нас идут, если не ошибаюсь, 12-миллиметровая фанера. Что еще можно по этому столику сказать? Крепится на лодку он при помощи системы крепления электрос. То есть надеваем на систему, если она у вас есть на лодке. Если нет, можно отдельно электрос купить и приклеить к лодке и пользоваться данным столиком по назначению. То есть фиксируя данный столик на этой системе крепления, вы сможете спокойно вдоль борта передвигать этот столик и ставить в то положение, которое вам удобно. Один стакан у нас идет вертикальный для установки спиннинга, а второй идет под углом. В принципе, все. Вот и весь столик. Хочу добавить, что данный столик изготавливается компанией Tubot, которая на нашем рынке новая. Она занимается производством аксессуаров для лодок ПВХ, в частности, вот такого навесного оборудования, различных моделей и модификаций. Меня зовут Арсений, подписывайтесь на наш канал, рекомендуем!